Губернатор Мурманской области Марина Ковтун впервые в истории региона представила инвестиционное послание. Как и указы президента, это своеобразная стратегия развития сферы экономики на несколько лет вперед. Особое внимание глава области акцентировала на проблеме отставания муниципальных властей от общего тренда развития. Зачастую районные власти не спешат помогать бизнесу на местах, а ведь от инициативы каждого руководителя зависит общий результат. Марина Васильевна отметила тот факт, что из-за происходящих на мировой арене событий зарубежные инвесторы могут не так активно проявлять себя, поэтому поиск и привлечение отечественных вкладчиков – одна из приоритетных сторон развития. В ближайшем будущем областное правительство делает ставку на строительство транспортного узла ветки выходной Лавна «Быть». На этот проект уже выделили немалые деньги с федерального бюджета. Не забудут и про развитие рыбной промышленности, особенно аквакультуры и туризма. Уже в этом году достроят нашу арктическую гавань, пирсы напротив морского вокзала. Основной источник доходов в регионе – это добывающая промышленность. Горнякам на время ослабят налоги, что будет способствовать скачку в развитии технического оснащения и позволит нарастить темпы добычи. Новое отношение должно родиться к нашему местному отечественному инвестору, к нашему предпринимателю. Необходимо создать все условия для того, чтобы он был активным и предприимчивым, для того, чтобы он не опускал руки перед теми задачами, которые ставят перед собой, а значит, перед своей готовностью развиваться и улучшать в конечном счете благосостояние жителей Мурманской области. Было подписано соглашение между Ковдорским ГОКом и администрацией Мурманской области. Эти проекты позволят получить дополнительно порядка 200 новых рабочих мест в Ковдорском районе, получить новые налоги в областной бюджет и в районный бюджет.